так точно. Мы видим их без радара, сэр. Они сейчас приземлятся. Отлично. Отправьте этого инспектора Свона сразу ко мне. Да, сэр. Darkstar башни. Входим в ангар. Darkstar, причал свободен. Швартуйтесь. С возвращением. Не верю, что пришлось лететь самому. Я так не хотел. Он не оставил вам выбора. Хватит. Мне уже надоело заниматься кризисным управлением после его художеств. Ладно, вы управляете. А если не получится, я им устрою кризис. Так или иначе, мы должны заставить Битругера подчиниться. Как скажете, инспектор. Пожаловать на Марс. Все вновь прибывшие должны пройти регистрацию. Добро пожаловать в Марс-Сити, центр научной станции Объединенной аэрокосмической корпорации. Для регистрации проследуйте к администратору. Прибытием на Марс, солдат. Встань на один из красных квадратов на полу. Я просканирую тебя. Это займет всего пару секунд. Окей, начинаем. Не шевелись. Если будешь двигаться, сканирование займет больше времени. Ну вот, биоскан в норме. Можешь выходить. От лица UAC приветствуем вас в Марс-Сити. Прибытием, солдат. Впервые здесь? Сумку оставь здесь. Ее отправят в казармы. Хорошо. Сначала сообщу тебе о главном. Это твой карманный компьютер. Без него тебя никуда не пустят. Когда тебе дадут допуск к охраняемым зонам, эта штука откроет замки. Это очень важно. Не потеряй. Так-так, сержант Келли требует немедленно явиться к нему. Отправляйся прямо в штаб десанта. Тебе туда. Сориентируешься. В Марс-Сити не курят. Просим вас курить только в специально оборудованных местах. Правление очень обеспокоено положением дел на станции. Вот как? Разве вы не понимаете, насколько важна наша работа? Понимаю, но я уполномочен провести полное расследование. Кто вас уполномочил? Правление? Что правление понимает в науке? Их интересуют только деньги. Все, что им нужно, это товар. Не волнуйтесь. Они получат свой товар. Ценой скольких жизней? Скажите, доктор Битругер, почему рабочие так взвинчены, жалуются, требуют перевода с Марса? Обычная профнепригодность и переутомление. Ничего особенного. Если бы мне дали больше денег и квалифицированного персонала, даже этих несчастных случаев удалось бы избежать. Боюсь, вы ничего не получите, пока мой доклад не ляжет на стол правления. Я требую права доступа везде, в том числе в Дельту. Надеюсь, с этим проблем не возникнет? Только если вы не будете путаться у меня под ногами, Свон. Вскоре здесь случится необычайное. Вот увидите. Пошли.
новости IPN. Твоя вселенная. Объединенная аэрокосмическая корпорация решительно... Миллер, слыхала капрали Алани? Да, говорят, с катушек съехал. Отправили домой на прошлой неделе. Одного отправили, другого прислали. Черт, интересно, кого переведут в команду Браво? Не знаю, только мне из нашего взвода. Терпеть не могу.